Вот они. Хрючат. Смачно так. Такие морды усатые спят. Я встала, за грибами поеду. Время 5 утра. Дусенька, да. А третья морда усатая. На сушилке. На моих штанишечках. Да, морда усатая. Спит. Прям на сушилке. Ладно, буду одеваться. Я уже мчу. Посмотрим, проверим. Что там? 5:05. Я уже выехала. Оделась как солдат. Пока нет пробки. Надеюсь, я ее сейчас прям проскочу. Заправку я на другую заеду. И там попить куплю. Я даже не пивнула. Дома даже не пивнула ни разу. Думаю, чайник ставить, думаю, время. Уже надо, говорю, ехать, уже надо. Да, грибочек собрать. Ну, конечно, такие дожди, такая была прям вот парилка. Это как раз самое то для грибов. Вот только в том ли районе был ли дождь. У нас-то он поливал. А где мы грибы собираем, может быть, и дождя не видали. Вон люди уже с удочками на рыбалку. Вот можно было в магазине попить купить. Ну ладно. Купим на заправке. Прям так душа туда рвется-то как, а? Я далеко не хожу в лес. Прям можно сказать, с прихода все только. Мне главное, чтобы дорогу слышать и машину видеть. Из меня такой сборщик, конечно. Ну что делать? Что делать? Сколько соберу все мои? А может вообще ничего не соберу? Может просто так прокачусь в 5 утра с ветерком. Может быть и такое, кстати. Тут такая штука, эти грибы. Либо они есть, либо их нет. Места надо знать. Ой. Наверное, зайду в светофорчик. Хочу вернуться до отъезда мамы. Мне надо ей еще укол сделать. О, заправочка же. Сейчас бы я с песнями это как проскакала. Ой. Господи. Ну и все, заправилась. Говорится, вперед навстречу солнцу. Сейчас быстро долечу. Вот оно, солнышко. Вот оно уже встало. Да и так высоко уже встало. Еду. Ну чё, грибники не дремлют. Вон уже стоит машина. И в машине никого. Ни
не дремлют, я же говорю, вот уже 100% в лес за грибами. Но я здесь места этих не знаю. Если бы с кем-нибудь сходить, вы показали бы. Еду туда, куда знаю. Вот, пожалуйста, еще машинка одна. Еще одна. И тоже явно в лесок. Вот-вот я уже подъезжаю. Что там за машина стоит? Мои грибы забирает. Так, мне надо будет развернуться. Не знаю, как это словами описать. Рассвет такой на поле. Птичий перелив. Это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то, ребят. Это просто не передать словами, как красиво. Утро доброе в лесу. Нету грибочков. Не видно. В прошлом году мы тут красноголовиков собирали. Комары-то жирные какие. О, ух, лоси. Ладно. Буду в оба глаза смотреть. Ой, какая красота. Это же не передать словами, какая красота. Как вот это. Рассвет вот этот. Как вот. Туманная какая-то дымка. Вообще. Представляете, как будто в снегу. А это роса. И пух. Вообще. Кто-то тут орудовал. Смотрите. Целая гора шишек. И в дерево прям засунуто. Дятел, что ли, тут шишки грыз. Смотрите. Шишка прям в дупле. И там шишка завалилась туда. Явно кто-то тут прям орудовал. Такую гору шишек нагрыз. Что-то пока еще ни одного гриба не встретила. Земляники поела немножко. Сладкая такая, ароматная. А петушок там у кого-то... Комары. Даже через эту попрыскала, все равно комарики грызут. Что-то даже намека на гриб нету. Даже намека нет на грибочек. Грибы растут, но только вот такие вот. Не знаю, что это за грибы такие. Может, это, конечно, опята.
мы такие не едим. Комаров в лесу полно. Ну как красиво взору. Просто даже вот погулять по лесу, зарядиться. Зарядиться, освежиться. Красота. Нету. Нету грибушков. Не встретился ни один. Вот кто тут стоит. Тоже какой-то. Может, его и едят. Но мы такие не берем. Благородных не вижу. О, какой. Что за зверь? Ну вот тоже какой-то непонятный зверь. Фу, что это так комары одолели. О, ой, смотрите какие. Ой-ой-ой-ой, смотрите. Улитки. Жирные, прижирные. О, ой, нельзя остановиться. Фу, прям. Фу. Господи, да что ж такое-то? Где грепелент-то не помогает? Как так-то? Грызут. Что, заново прыскаться туда, что ли, сходить? Я напрыскаюсь еще. Все, друзья мои, выехала домой. 6:05. Ровно полчаса была в лесу. И в одном, и во втором нет ни одних грибочков никаких. Поэтому время терять не стало. Что ходить по пустому лесу? Мчу домой. Уже почти дома. Надышалась и травками, муравками. Еду и чихаю. Пила. И так по мелочи. Карбонатика купила. Мама пусть деревню возьмет. Что-то какой-то по акции. 10 пакетов творога нашего Дмитрогорского. По 70 рублей. Полкило. Полкило 70 рублей по акции. А так он почти 180 стоит. В общем, там срок годности у него до 20 июня. Скоро заканчивается. Они его решили быстренько распродать. Вот Дмитрогорский часто так делает. Что мне надо здесь забрать? Мне, наверное, тапки надо забрать, а то я в галошах. Ой, господи. Грибалка не удалась. Грибов нет. Но зато еды. 2 пакета купила. Все, иду домой.